Начали. На конкурс. Дети читают стихи. Соколков Артемий. 7 лет. Андрей Усачев. Откуда приходит Новый год? Новый год слетает с неба или из лесу идет? Или из сугроба снега к нам приходит Новый год? Он, наверное, жил снежинкой на какой-нибудь звезде. Или прятался пушинкой у мороза в бороде. Спать забрался в холодильник или к белочке в дупло. Или в старенький будильник он забрался в стекло. Но всегда бывает чудо, на часах 12 бьет, и неведомо откуда к нам приходит Новый год.